А ты знаешь такого Ефремова, который в оппозиционный блок, которого судят за сепаратизм? Конечно, это самый главный путинский агент и разрушитель украинского государства. Он Расскажи призывал про него. убивать Я просто... украинцев. Его включили в списки оппозиционного блока, Вилкуловского, Ахметовского блока, и чтобы он его вытащить из тюрьмы. Стоит его... Это сепар, да, получается? Я просто не сильно... Его, я объясняю ситуацию. Он и сепаратист, и коллаборационист, и открытый агент российского влияния. И он включен был по требованию Кремля, потому что сейчас в Кремле существует такой план по разрушению экономики Украины. То есть сейчас Кремль, помимо продвижения идеи русского мира, то, что мы вот обсуждали в первой части эфира касаемо приобретения Виктором Медведчуком и его соратников украинского телеканала, продвигает еще и удар по экономике. То есть они сейчас стараются пробивать дно, поэтому, естественно, это решение о включении в оппозиционный блок значит, сепаратиста, коллаборанта и российского агента Александра Ефремова, оно, естественно, значит, родилось в Кремле. То есть это там приняли решение.